Привет, мы продолжаем гулять по павильонам Еврокучино в Милане и зашли в гости к Hoover. Нашли вам очень интересную духовку. Вот вроде бы обычная она, неприметная, ничем не отличается от множества других. Но здесь есть такие фишки, которых нет вообще ни у кого больше. Смотрите, эту духовку ребята из Hoover разрабатывали вместе со стартапом европейским. Он называется, я подсмотрю, X-Ever. Кроме того, в разработке участвовали ученые из Пармского института, который знаменит своими вот исследованиями в области еды. В чем смысл? Смысл в том, что здесь вы можете хранить продукты. Да-да, именно хранить, причем при высокой температуре. Есть такой способ хранения продуктов, только что приготовленных, при высокой температуре. Смотрите, вы запаковываете их в вакуумные пакеты и готовите. Но технология приготовления в вакууме понятна. Это сохраняются полезные вещества и вот это все. Приготовили. И дальше вы можете несколько недель хранить продукты при определенной температуре. Для овощей эта температура 62 градуса, это рассчитанная температура, а для мяса 70 градусов. Дело в том, что в диапазоне температур от плюс 60 до плюс 4 развиваются всякие нехорошие бактерии, которые портят еду, портят вкус, ну и так далее. Вот здесь температура просто не понижается ниже этих отметок, и поэтому еда прекрасно хранится. Причем, смотрите, вот этот экран, он разделяет духовку на две части, поэтому здесь две температурных зоны. То есть здесь вы после приготовления можете хранить, например, ну вот здесь вот горох какой-то есть или что это, овощи, рыбу, 62 градуса, а вот здесь мясо. И готовить вы тоже можете одновременно на двух температурах, это очень круто. То есть здесь выставить температуру приготовления какую-то, и здесь выставить температуру приготовления, и готовить разные блюда, разные продукты. Вот такая главная фишка. Понятно, что здесь есть Wi-Fi, это все со смартфона работает, но вот такой технологии нет ни у кого, и мне это безумно нравится. Во всяком случае, это интересно, это нужно тестировать, но это интересно, и это вот такая неприятность. Приметная, вроде как с виду красивая, но неприметная. Одна из главных звезд, на самом деле, Еврокучино, о которой мало кто знает, но мы вам рассказываем. Смотрите наш специальный канал о домашней технике и будете в курсе вот таких крутых новинок.